Дай ее! Хватит пищать! Папины дочки, что ж с вами? Что ж с вами? Это что, синяки? Ты что, бьешь своих дочек? Что ты сделал с пуговкой в разинах? Я спасу вас, девоньки, держитесь! Сейчас только вставлю вас, а потом ему вставлю! Да, чертовый новый компьютер, куда вставлять-то? Так, 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 отлично. Нет, 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 неужели я опоздал? Галина Сергеевна, Маша, Даша и спортсменочка, за что? Ладно, поиграю на ноутбуке. Как тебя зовут? Ты можешь звать меня Большой Папыч! Не влезает. Короче, зови меня просто отчим. Пуговка проснулась раньше всех, потому что сегодня в детском саду будет утренник. Однако из-за своего папы она может опоздать на праздник. Помоги Пуговке поскорее найти ее одежду. Что? Он прячет твою одежду. Он заставляет вас ходить по дому голыми. О, господи, да он же просто больной нелюдь. Девочки, просыпайтесь, надо бежать из этого притона. Галина Сергеевна опять допоздна книжки читала. Будить бесполезно. Чего вы ржете? Это не смешно ни хрена! Конечно, она допоздна книжки читала. Когда ей еще успевать делать уроки, кроме как ночью, если отец целый день не дает покоя? Женя, ну ты хоть проснись! Женя, дай мне, пожалуйста, носочек. Это носок? Фу, он твердый. А кто вчера разбросал по комнате игрушки? Батя твой! Забери их, и тогда, может быть, получишь свой носок. Черт, ей промыли мозги, ее уже не спасти! Использование детского труда незаконно. Вот именно, Пуговка, но зато домашнее насилие вполне. Так что беги одна, беги на волю, расскажи всем об этом ужасе! Пуговка не стала дожидаться, пока проснется папа. Она оделась и сразу отправилась на кухню, чтобы чего-нибудь поесть. Бедное сголодавшееся дитя. Не волнуйся, добрый отчим тебя накормит. Что там у нас в холодильнике? Кошмар, этот монстр решил сделать из семьи оккультную секту! Но ничего, скоро этому придет конец. Нет, Пуговка, это нож для бутербродов, не для отца. Не нужно уподобляться ему. Папа, просыпайся. Зачем ты его будешь? Нет, тихо ты. Глупая, он сейчас проснется. У него молоток. Так, тихо, спокойно, он вроде опять уснул. Ладно, ладно, окей, Пуговка была, не была. Давай сделаем это, раз это единственный выход. Папа не любит, когда его молотком бьют. Не волнуйся, Пуговка, он умрет во сне. Папа не любит, когда его молотком бьют. Да что ты зачастила? А ты любишь, когда тебя молотком бьют? Стоп! Да не, это ж безумие. Хотя, этот Васнецов вполне мог воспитать из своих дочерей покорных рабынь-мазохисток. Что же делать, как им помочь, если психика уже окончательно разрушена? А это еще что? Крем для задних ног? Для каких таких задних? Пуговка уже собиралась выходить, но папа оказался не совсем готов. Помоги Пуговке поскорее выйти из дома. Я все время именно это и пытался сделать, алло! Я забыл кошелек на работе. Мне не хватает денег на метро. А может, я ошибаюсь? Может быть, наоборот, батя на поводу у своих дочек, а не они? Раз он даже деньги на метро выпрашивает у Пуговки. Что творится в этом доме? Да у него даже ключей от собственной квартиры нет! Это же край! Вы знаете, поиграв в эту игру подольше, я и правда пришел к мысли, что эти дочки общаются друг с другом как сущие твари, и что их батя на самом деле абсолютно безобиден. Что это за родственники такие, которые не дают воспользоваться розеткой? Не мешай, пожалуйста. Которые обливают друг друга водой и вечно в чем-то обвиняют? Они держат в страхе весь район. Но заправляет всем по-любому их адская бабка. Не-не-не, даже не бабка, а ее якобы домашние пауки. Это инопланетные паразиты, взявшие под контроль разум всех женщин в доме. И если их не остановить, то они рано или поздно завладеют миром. Хотя, может быть, это просто отстойная игра, про которую я пытаюсь сделать смешное видео.